Сегодня речь пойдет о перчатках. Одевая их, мы зачастую даже не задумываемся о том, как давно они появились в нашем гардеробе. В фондах Ульяновского краеведческого музея хранятся длинные женские лайковые кожаные перчатки и короткие мужские. Эпоха перчаток в России, как и во всей Европе, считается 19 век. Выходить на улицу без перчаток считалось очень неприличным. Перчатки из лайки, тонкой мягкой кожи, плотно облегали руки. В то время, по правилам этикета, женщины, находясь в гостях, могли снимать перчатки только за столом во время еды. Но сделать это было затруднительно. Перчатки из лайки или шелка шили такими узкими, что зачастую светская дама одевала их у себя дома с помощью горничной и снять сама не могла. Для удобства на тыльной стороне стали делать отверстия, чтобы дама могла снять верхнюю часть перчатки хотя бы во время еды. Перчатки, так же как и веера, платки, зонты, служили инструментом для тайного языка общения между влюбленными на глазах строгих блюстителей нравов общества. Так, роняя перчатки на пол, дама сообщала кавалеру о самых нежных чувствах к нему. Жестов с перчатками, при помощи которых общались, было множество.